Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Высокоточным ударом гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев поражен зенитно-ракетный комплекс «Патриот» производства США. У мене всі друзі, однокласники всі чули це, і вони дуже переживали. Біля дому мого однокласника впала ця одна з ракет. Ми все чули, ми наші вікна трикнулися. Отже, ждемо перемоги, і коли це закінчиться?